Ну, мы вам рады сообщить о том, что работа над третьим спектаклем началась. И уже в команде такой успешный и опытный. Мы думаем, что за более короткие сроки мы вам выдадим такой грандиозный проект. Бомбу очередную, как и были в прошлые разы, да. Хочу рассказать вам о том, что в прошлом году мы собрали 1 537 000 рублей, потратили их на отдых детям из школы номер 20, спецшколы-интернат, и 45 детей поехали на море, на самолете полетели в Анапу и отдохнули прекрасно. Об этом у нас есть и на сайте фото, отчет, видео, и мы, естественно, с ними общались и провожали, и встречали, все прошло замечательно. И в этом году нам пришла такая мысль о том, что очень мало у нас в области поддерживают именно талантливых детей из малообеспеченных семей. Поскольку сейчас мы опять же думали о цели нашего проекта, и вот мы, видимо, эту цель точно будем реализовывать. И вот Павел нам еще подсказал, что в Челябинске опыт есть детям больным раком помогать. Может быть, мы ровно там пополам поделим эту сумму, чтобы и больных детишек каким-то образом, да, помочь. И, конечно же, вот каких-то самородков, талантов найти в нашей области, потому что дети — наше будущее, и мы должны оставлять после себя прекрасное наследие.